Здравствуйте! Сегодня с вами я, Павленко Татьяна, врач-отоларинголог. И сегодня мы поговорим об острых воспалительных заболеваниях глотки и гортани. Воспалительные заболевания глотки и гортани актуальны в любое время года. Ими болеют все, независимо от возраста. Острые воспалительные заболевания глотки и гортани могут быть как самостоятельными заболеваниями, так и проявлением заболеваний других систем и органов. На первом месте причины возникновения острых воспалительных заболеваний глотки и гортани стоит возбудитель. В первую очередь это вирусы. Вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы, вирусы герпеса и Эпштейна-Барра. На втором месте стоят бактерии. Это стрептококки, стафилококки, а также могут быть и кишечная палочка. На третьем месте выступает грибковая инфекция. В основном это кандиды и плесневидные грибки. Но для возникновения острых воспалительных заболеваний глотки и гортани одного фактора, как возбудитель, недостаточно. Для этого необходимо сочетание нескольких факторов. К внешним факторам относятся это вредные привычки, курение и употребление алкоголя. На втором месте это употребление очень холодных либо очень горячих продуктов, что ведет к микротравме слизистой оболочки глотки. На третьем месте это работа на вредных предприятиях, при которых идет испарение вредных веществ и вдыхание их. Четвертое – это неблагоприятные условия жизни. И к пятому относятся переохлаждение и перегревание. К эндогенным факторам относятся заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как эзофагиты, гастриты, либо рефлюксная болезнь. Также заболевания щитовидной железы, заболевания ротовой полости, хронические острые воспалительные заболевания верхних и нижних дыхательных путей. На этой неделе мы с вами поговорим об острых фарингитах, ларингитах, ангинах, поговорим о профилактике этих заболеваний, особенно в летний период. Берегите себя и своих близких. До завтра!